Всем привет, народ! Сегодня продолжаем проходить Кастельвания Ордер оф Экклезия. Остановились мы на том, что подошли к одной довольно геморройной локации. Очень тяжкая. Сейвов тут, по-моему, на ней толком не будет. Здорово, Вен. Привет, Рестер Дро. Так, что-то тут мне не особо нравится. Честно говоря, не знаю, куда именно сходить. Ну, во всяком случае, придется туда и обратно, но куда из этих проходов не обязательно. Скорее всего, в нижний, потому что правый-то я хорошо помню. Хотя уже начал сомневаться. Ну ладно, не суть важно. Да исследуем потом, если что. О, нет, только не Тирекс, иди нахрен. Меня только спасет сверхзелье. Придется выпить.
черные дрожжи. Странно, в оригинале, по-моему, они трюфель назывались. Да что ж ты как козел скачешь, блядь? Смотри, что делает. Тюленеобразные, бегемотоподобные. Хоть на сейф наткнулись. Как раз босс сейчас будет. Так, босс как раз, по-моему, вот этой кочергой неплохо лупцевать. Ну ладно, вперед. Хотя не. Просто помню, что у него вот эти щупальца мясистые, но я думал, их надо крошить. Блять, я уже думал, перфект. По-моему, какую-то атаку он не стал делать, и мне в этом повезло, что-то я его быстро довольно без проблем закламповал. Отпусти этого человека, Альбус. Как скажешь, моя дорогая, я уже закончил, так что он полностью в твоем распоряжении. Зачем ты втянул свои дела с жителями деревни? Их это совершенно не касается. Неужели? Не переживай, милая моя Шаноа. Все обретет смысл, когда я исполню то, что задумал, вот увидишь. Так, камень полет. Ну теперь мы можем двойной прыжок юзать. Как это великодушно с вашей стороны, что вы спасли меня. Что он с вами сделал, где остальные? Он вытянул из меня немного крови и промолвил лишь несколько слов. Он сказал, что возвращается в деревню. Я беспокоен. Опять деревня? Что ж ты пытался сделать, Альбус? Так, ну теперь побегаем по самой локации, заглянем туда, где еще не были. Тварь вытянет свою бошку. Не хочу с ней связываться. Что ж все меня пронзают? Come on.
Здорово, Дирт. Ебать, я в опасности. Так, ну придется дрожжи жрать. Че оно мне дало, это дрожжи? МП что ли только восстановил? Хуй знает. Ох, господи, так, соль она жрать не будет. Не, будет, но... Кончина! Кончина! Ёбаный мир юрского периода, блин. Сучка. Как же я в тот раз так удачно встал, что меня не коснулся этот мудак. Сейчас он мне все жизни, блядь, отнял. Да, скелетов тут наспамнили. От души. Так, так гораздо лучше. О, хп максап. То, что надо. О нет, опять ты, иди нахер. Бля, что за магия, нахуй? Как я в тот раз ты ни одного урона не получил от него.
отвлекают постоянно. Так, ну все-таки выбрались из этого дерьмища. Надо еще к Барлоу сейчас сходить. Да, у меня кослование было, рассадников зла и поныне не сесть бродит по этим землям. Чтобы ее одолеть, нужно познать ее слабости. К примеру, скелет. Мороз ему нипочем, но огонь для него губителен. И простой насильный удар тоже эффективен. Понятно. Про Альбуса он нам ничего не скажет. Помоги нам, этот человек снова вернулся. Скажите мне, что он сделал. Даже подумать страшно, он использовал какое-то устройство, чтобы вытянуть из нас немного крови. Неужели это то чудовище, о котором ходит столько жутких слов? Дракула? Не понимаю, зачем ему нужна ваша кровь? По другую сторону бухты стоит старая усадьба, быть может, он обосновался там. О господи, что этот демон задумал с нами сделать? Так. Right. See you later. Понятно, этому три куска руды нужно. Так, это я еще не нашел то, что она хотела. Oh, the melody isn't coming to me. И вот и вы, как раз вовремя. Я только что сочинил оду на ужас, что творится здесь. Теперь я запишу его вот на это устройство граммофон моего друга. Прошу послушать, как я буду играть. Моя скрипка, я совсем позабыл, что она не играет. Проклятие. Не будете ли вы так любезны раздобыть для меня немного конского волоса, чтобы я смог изготовить новый смычок? Еще волосы конские искать. Так. Да, это Шалфей, спасибочки, пока что. Я приготовлю это твое дорожайшее лекарство и даже выложу его на продажу в лавке. Но даже не думай получить его бесплатно, за кого ты меня принимаешь. Гандон, алчный. Так, посмотрим, что тут у нас. Предметы, зелья, мясо. Back again. Так, экипировать. Тут все в сандали хожу. Надо армейские сапоги носить. Так.
касается той бабы. Цыганку-то мы спасли. Знаешь, это твое деяние, ты будто в траур облачилась. Прошу вас, ни слова больше об этом. Что ж, извинись за прямоту, но все же позвольте мне дать тебе совет. Немного украшений никогда не повредит, как считаешь? Украшений? В общем, ты меня поняла. Принеси лазури, ты сама узнаешь. Какой хороший камень ты отыскала. Позволь мне немного поработать над ними. Я выложу свое творение в лавке. Уверен, тебе понравится. Какая-то ты хмурая. Улыбнись, и все мужчины будут у твоих ног. Я не улыбаюсь. Не улыбаешься? Как странно. И что же нам с этим делать? Точно, мне нужен рубин, сапфир и изумруд. Вот увидишь, я сделаю такую прелесть, что ты не заметишь, как твое лицо залит улыбкой. Так, какого-то камушка мне не хватает. Посмотрим, что она уже выложила. Четырехлистник. Пускай. О, просил. Хоть что-то будет на пальцах, что не понижает мои статы, блин. Так. Еще одна подводная локация. Ну ладно. Так, нахер мне эти противники. Сука. Косаря неплохо. Так, надо посмотреть, как тут поменять-то обратно. Вот, shift. Окей. Блин, распластался, мудак. Сейчас меня кончит в натуре. Ёбаная тварь, а? Так, ладно, я там что-то открыл. Опа.
поэтому мне не суть важно. Гадина. Фу. Так, надо с мясом наебаться. Но вряд ли надолго мне его хватит. Хоть на сколько-нибудь. Надо срочно искать где-нибудь сохранялку или типа того. Приятная, блядь, компания. Ой, нашли этот телепорт, который телепортирует туда же, куда мне не надо. Очень хорошо. Так, повышение сердец, блин, лучше повышение ХП дали. Давайте. Духи Саши Нестерова. Так, окей. Может тут сейчас встреча. О, вот да. Как раз там босс. Босс мы сейчас не пойдем. Релай в скайп зашел. Воу. Форму. А, нет, не все, я Метроида Вани только взял. Ну вот это вот последнее. Ну есть еще пару кандидатов, но не знаю пока. А, ну там определенно что-то есть, но я хуй знает. А, ну их же бить можно вроде, да. Можно, но долго. Все-таки отравила.
А, вот эти маги их неплохо колбасит. Большое вам спасибо, мисс. Рада помочь. Ну как Том, я была очень вежлива, правда? Мяу. Умеешь разговаривать с кошками? Точно, и только я могу с ними говорить. Мой брат совсем не умеет. Ну ладно, я беспокоюсь за маму и брата, и мне пора идти. До встречи, мисс. Интересно, как она отсюда выберется. Так. Здорово, Ёшкин. Ладно, идем к боссу, на котором Санек что-то застрял в свое время, но прошел вроде как. Так. Да блин, не успеваю уклоняться. Что ж за нахуй? Простая же атака. Так, на ней проседает и не без причины. А, прям под жопу, блядь. Да, лоб. Посмотрим, как она мочится молотком. Хуёво. Вай. Вай, Лиса, вай. Давай, кастуй чё-нибудь. Как от волос удачно уворачиваться, потому что это ад адский. Заебал своими колами. Второй прыжок сделал.
блядь, пизда и ванна. Мне, по-моему, больше нечего жрать. Ну да. Насажен. Как же уворачивался от этих волос? Чуть не помню вообще ни хера. Русалка, блядь. Нахуй иди, на ветвях сиди. А, наверное, только так вот можно увернуться. Но если она лапой саданет, ты хуй успеешь прыгнуть. Русалда. Порезано. Не. Попробую сейчас взять этот, пику точеную, потому что... Коса косой, но она, блядь, короткая, как хуй знает что. Так... Попробуем копье мое пиздить. Главное свою не сломать штуку, под которой я прятаться буду. То волна меня пиздец сразу накроет в нахуй. Да блядь. Все равно свою власть не достает еще. Когда ж ты уже откинешься, блядь? Ведьма ебаная. Один удар мне пизда. Да. Ах, ёбаный в рот. Сколько я её пиздил, это ж ужас. Так.
Так, что у меня есть? А у меня есть же еще эти, блядь, дистанционные атаки. Попробуем. Так, надо засейвиться. Ой, блядь, ну и угол, ну и угол. Что у меня еще есть? Обычная, как стреляет, так же что? Почему это нормально стреляет? Ой, я попал нахуй. Не, стрелами, конечно, прикольно, но, блядь, небезопасно. Здорово, Булк. Нет, стрел нахуй. Ими еще дольше хуяли. Так. Что еще можно на нее юзать? Света, мощный разряд молнии. Это уже, скорее всего, будет жрать сердца. Здорово, просто. Ну, неплохо коцает, да. Компот Y? Блять, пока она юзает эту хуйню, не увернешься ни хера. Лол, блять. Да, хост у нас самый милишный милишник. Ссылать на врагов ненависть.
хуль придет серпом хуярить. Я все-таки дольше прожил. Так. Гриндить я не буду. Да не, вряд ли к ней ран, просто она запарное существо. Больше некуда пойти-то, по сути. Сюда выдра. Так, опять пику убирай. Ладно, будем действовать по этому, блять, по дерзкому. Сейчас возьму пику, сюда поставлю. Где он тут? Сковывающий. Нахер мне сковывающий, мне нужно. Вот, молния. Теперь буду насаживать тебя на пику, блядь. Паскуда тварь. Ой, Лиза, вай. Да ёб твою мать. Давай, спам. Блять, мне пизда.
Да и хилок-то у меня нет. Блядь, ты заебал, дрянь. Опять я наебался, убил не ту штуку. Так, давай насос свой ебаш. Ну у меня магии-то не то чтобы дохера. Компот, вай. Бля, меня сейчас кончит таким темпом. Да что ты сдохнешь, ты ёб твою мать. Челениха. Иди куда-нибудь сюда, что ли, туда, блядь. А, насосом, сука, задело. Так, ну из магии что еще у меня есть? Можно этим попробовать, хотя сильно сомневаюсь, что на нее лед подействует. Хотя. Хуёво так. Да, в скафандре, блядь. Оу.
Так, давай что-нибудь мути. Да, типа компот Y там. Хэна душная нахуй. Я, наверное, сейчас еще кое-что заюзаю, блядь. На парочку ударов. Бля, она прервала мою атаку. А, рано вышел. Да ладно, не важно уже. ХП у нее дохуя, судя по всему. Так, хорошо. Значит, лед у нас работает на отличненько. Берем лед, экипировка. Так. Предмет, жрем источник сердец еще. Так, сохраняемся. Идем. Слушай, из тебя надо сделать, блядь. Кум! В рот, блядь. Так. На, ну зельце у меня есть одно, ну, блядь, оно мне особо погоду не сделает. Не знаю. Все, пизда. Джигурда. Let's go!
хуй поймешь, когда можно проходить, когда нет. Ну я хоть выживу. Здорово, пони. Наконец-то, блядь. Глаз, сука. Выдры ебаные. Ну, прилично. Полчаса, наверное. Айсболт, блядь. Теперь надо менять обратно все эти клиши. Так. Блин, сколько говна тут развелось, господи. Ромашки ебаные собираем. В натуре. Так, сердечки кончились, блин. Звезд нечем пиздить. Это ты охуела. Набрал этих противоядий в предыдущих уровнях. Почему бы и нет? К
кстати, не первая Кастельвания, где главный герой женщина. Франшизы, ну блять, их если всего игр, их там за 30 где-то. Блять, пидорас. Мне нечем их ёбнуть. Все сердца в нахуй ушли. Вот так, если только успеть проскочить. Пацан. Спасибо, леди, я Серж. Проводить тебя домой? Нет, не надо, я уже не маленький, сам дойду. Так. Идите нахуй, а. Так. Ну, пока что вроде бы тут все. А, деревья мне надо съебнуться. Да пацану вообще похуй. Сестренка вернулась, а мамы нет. Она ведь вернется, правда? Давай какое-нибудь задание, или ты, блядь, без мамы не можешь ничего. Так. Пойду отдам кузнецу руду, наверное. Может, хоть броньку куплю. Славно, славно, увидишь, что я способен из этого сковать, а вот твоя плата за материал. Отец Николай когда-то спас мне жизнь, я спросил его, чем я могу отплатить ему, и он просто ответил, делай, что способен делать. Как видишь, я здесь делаю то, что умею делать. Ты тоже делай то, что можешь делать, если вдруг в дождь попадешь. Перед рек заходи. Сука, запутал, блядь. Кузнечная философия, да. Hey, want to buy something? Так, тело. Вот, серебряный доспех можем приобрести. Так, на ноги что у нас? Пока ничего такого. Знаете, копить, копить. Что он на голову ничего не кует. Блин, цай, блядь. Так. Да нахуй платье. Платье не защищает нихуя. Да и моделька-то не меняется, смысл от этого.
интересно, чем эти нормально-то мочатся. Этот на них не действует, он не действует. А вот. Вот из этих сучек неплохая душа выпадает. Ну да. Бля, Эдвард руки пенис еще вылазит. Так, тут у нас ничего нет. Так, может наверх сперва сходить. Да, тут бабушка. Ого, уже все. Ох, и скучна же эта игра. Игра? А, я поняла, ты не тот шельмец, что связал меня. Голос другой. Ты такая хорошенькая, словно куколка. Вот тебе, ну вот только чего-то не хватает. Скажи-ка, а тот мальчишка не придет? Я обещал испечь для него пирог, когда он вернется. Ну да ладно, передай ему, пусть приходит. Ах да, я Даниэла. Замечательное имя, правда? Тетя Мишель дала мне его. Я вернусь в деревню одна, не беспокойся. Граф Дракул не тронет старуху его. Злыдни и подавно. Совсем потерял страх. Когда будет Five Souls? Через... Перед выходом третьей части нужно перепройти предыдущую. Посмотрим, возможно. Ну да, третья еще далеко успеется. Котейка. Блин, она меня еще проклял свой мэйд. Бля, охуел что ли? Против проклятия-то нет, наверное, ничего. Правление... Трейсинг, атрибуты тьмы. Хуй знает, что это значит. Ромашка, может, хилка тоже? Против проклятий вообще нет ничего. Все, он в лестнице застрял. Лах. Ебать, больно их тут до хера. Стоит попробовать, наверное. Да. Души не даете. Продажная женщина, блять. Так.
Не, не проскочил, ну и хуй с ним. Очередной босс. Так. Хуй на этого, по-моему, этой кочергой бить. Ах ты говно! Чуть на пике на его не нарвался. Так, сейчас будет мерить шаги. О боже, блядь, три землекопа, нахуй. Сука, задел меня носком, блядь, свой сапога рваного. Да, я знаю тебя, подъем. Типа, не бей меня, не стукай там. Опа, хуй. На кулак дорвался, блядь. В этот не попал, в захват. Да, братишка, не стук. Ему еще в натуре тарелку на голову поставить. Ауч. Поленом по башке. Давай хватаем. Ага. Так хоть что-то меня никто не стукает, блядь, дай-ка я прыгну. Мало ему того, что его Давид отпиздил. Да, это босс. Так.
тут большинство боссов, как бы сказать, они по паттернам не сложные, они, сука, жирные, это безобразие. Ну, по-разному. Минут 10 в основном. Вот, все, по трусам. Все, аллилуйя, там вся хуйня. Наконец-то ты пришла сюда, Шанова. Похоже, ты вернула большую часть своей силы. Я не могу взять в толк, ведь ты специально оставляешь за собой след. Чего же на самом деле ты хочешь, убежать или быть пойманным? Прямо как в детстве, когда мы с тобой играли в салки. Ты никак не могла поймать меня и начинала плакать. К чему ты клонишь? Я готов сдаться, если ты сможешь заплакать, как тогда. Те слезы и те детские воспоминания я все-таки позабыла, по твоей милости, тебе ли не знать. Очень жаль, но в таком случае я не сдаюсь. Однако было бы неловко оставить тебя с пустыми руками. И снова ты отдаешь мне часть Доминуса, к чему все это? Кто знает, но ведь ты пришла именно за ним, правда? Шано, знаешь ли ты, что такое Доминус? Величайший глиф, сила которого способна уничтожить самого Дракулу. Это лишь часть правды. Подумай сама, откуда гриф черпает свою силу? Что, по-твоему, могло послужить источником этого величайшего грифа? И что же? Дракула. Доминус создан из его останков, и это его сила. Доминус — сила Дракулы? Это абсурд. Если считаешь, что я лгу, задай этот вопрос старику. Но поторопись, я уже близок к завершению своего плана. Неужели Альбус сказал правду? Мне нужно вернуться к магистру и спросить его. Так, сейчас поталкуем с этим старпером. Значит, теперь тебе известна истинная сущность Доминуса. Так это правда. Ты заслужил право знать, я поведаю тебе все. Не столь давно существовал клан Охотников, их священный хлыст сдерживал Дракулу. Но пришло время, и они исчезли. Священный хлыст и чест вместе с ними. И люди создали другие орудия, такие как грифы, которыми обладала Эглесия. В невидимой борьбе, что велась во благо человечества, мы проявили себя лучше всех, и посему сильнее мира сего втайне поместил под нашу опеку некий предмет. Некий предмет? Надежно запечатанный сосуд для души Дракула. Уничтожив его, мы исполним мечту всего человечества. Такова наша цель волею Господа. Но есть одно «но». Обычные грифы бессильны что-либо сделать с этим сосудом. Они не могут даже поцарапать его. Если бы влиятельные люди прознали об этом, сосуд бы забрали. Эклесия прекратила бы свое существование. И вот мною был обнаружен гриф, обладающий величайшей силой. Силой, способной повергнуть Дракулу. Ответ пришел сам собой. Бить врага его же оружием. Вы хотите сказать? Именно. Бич Дракулы и его сила. Разумеется, подчинить ее было делом непростым, но в конце концов мы сделали его силу своей. Доминус — величайшую силу разрушения. Да, силу разрушения. Но ничто более не способно избавить мир от Дракулы. Однако я был недальновиден. Среди нас оказался человек, возжелавший воспользоваться этой силой. В руках Альбуса последняя часть. Наверняка он свято верит, что действует во имя добра. Но воля Господа превыше всего. Если тебе придется выбирать, ты знаешь, как поступить правильно.
Я не стану колебаться. Так, сейчас в деревушке засейвимся. Можно к бабушке зайти. Нет, довольно простые задания. Мой брат вернулся, а мамы все еще нет. Май гад там, блядь, не знаю. I'm Dracula, bitch. О, ты пришла, я так рада. Я как раз собирался спечь пирог, располагайся. Спасибо, но я для своего старика часто пекла пироги, он обожал их есть. Особенно во время старой доброй охоты на нечисть. Охоты на нечисть? Нет ничего лучше, чем любоваться восходом солнца с вершины маяка после грандиозного сражения. Так, я так хотела бы снова его увидеть. Скажи, ты нарисуешь его? Нарисовать на маяке? Я дам тебе альбом для рисования. Когда доберешься до вершины, нарисуй для меня восход солнца. Пирог пока... подойдет, а ты ступай. Подождет, наверное, не подойдет. Куда, блядь, пирог подойдет? Скорее возвращайся, я буду ждать. Да, ты поехал. Суть потому, что у нее пироги ходят, блядь, я думаю, да. Или она имеет в виду приготовиться там, блядь, подойдет. Ну, это слово просто неудобное, блядь, в использовании. Переводе могли бы заменить на лучшее что-то. Ну, понимаешь, дерти. Этого в русском языке слишком дохрена слов, чтобы, блин, не взять какой-нибудь поудобнее, так сказать. Так, предметы, альбом. Так, вроде нарисовали. Мне еще надо будет сходить. Просто приготовиться, можно было написать и все. Печется или еще что-нибудь. Так, сейчас к ней зайду, отдам ей этот альбом. Ох, какой замечательный рисунок. Это для меня? Боже, какая красота. Столько воспоминаний, но откуда ты узнала об этом месте? Вы мне рассказали. Ого, глупышка, если бы я тебе рассказал, я бы об этом помнила. Но такой выдающийся талант заслуживает особого подарка. Вот, возьми, мне она больше не нужна. Заходи как-нибудь еще на чашечку чая. Блять. Ладно. Так, что она мне дала? Шлепо. Странно, и я так чувствовал, что ты сегодня появишься. Очень любопытно. Может быть, мы с тобой дальние родственники, где-то родилась. Простите, но этого не помню. Ну и ладно, не так уж и важно, где ты родилась. Гораздо важнее, где ты умрешь. Я хотела бы умереть у водопада на перевале Тристис. Мы с моим стариком часто там тренировались, и там он похоронен.
Ох, я не могла бы не нарисовать мне этот водопад. Уверен, ты прекрасно с этим справишься. Еще один рисунок. Прошу тебя, сделай рисунок водопада на перевале Тристис. Я с нетерпением буду ждать твоего возвращения. Да. Пироги под водопадом пекли. Так, сейчас я сперва схожу в тюрьму. Потому что там еще один чувак, которого надо вызволить. Иди нахуй. Я спасен! Думаю, с райскими кущами вечным блаженством придется повременить, а? Я Зон, шеф-повар. Мне довелось работать в разных ресторанах. В одном из них я даже проработал целых 3 недели. Заходи ко мне, когда будешь в деревне, я тебе чем-нибудь угощу. Кольцо башни. Сейчас посмотрим, что за кольцо башни. Милиционер. Так. О, оно все в нахуй снижает. Ну нахуй вот тогда. Так. На этом все. А, стрела в колени. Хотя, ладно, сходим еще, благо у нас вот сюда есть дорога, полкарты закрыт. Тот место еще подождет. Ах ты гнида ебаная. О, блядь, чуть не обосрался. Так, тут у нас пугало.
ёбаные грачи. Куда они там все летят? С неба? Что за бред? Мои уши. Залез бы. Так. Нахуй мне этот лазурит. Тут нет ничего, ни хера. Заебись место. А ну стой. Я тролля разбудил. Сейчас он меня своим языком высечет просто. В нахуй. Потрясающе. Мое чутье меня не обмануло. Колдуны, ведьмы, диковинная магия, полчища монстров. Марсель, дружище, добро пожаловать на первый полос. Ах, прошу прощения, я журналист Марсель. Я подумал, здесь наверняка можно откопать какую-нибудь сенсацию, бог ты мой, да тут ее навалом. Ты, например. Очаровательная ведьма, прошу, не сочтите это за оскорбление, к слову сказать, ты великолепная. Прекрасная ведьма посещает глухую деревню, превосходный заголовок. Не стоит терять ни секунды, мы не прощаемся. Так. Почему пляж, да? Ой, ой. Ура, хиппи. Ну, давай, скастуй какую-нибудь хуйню. Я у тебя заберу немного. Stop!
Мары. А, знаю это место. Называется... Собери глиф, если сможешь. Правда, мне кажется, он все равно бесполезный. Но, как говорится, почему бы его не собрать? Почти. Что ж такое-то? Тут просто надо на самом деле с краешку прям успеть зацепиться. Почему-то нихуя не выходит. Почти всосала, сучка. Нет, таких моментов тут нет, он постоянный. Не знаю, по какой причине она не успевает, блядь, его всасывать. Я с самого края, вот с какого возможно. Магия тоже тут не нужна. Нет, инши, я же брал этот глиф, тут не нужна никакая магия. Я же игру не в первый раз прохожу. Есть, да нет. Тем более, как она будет впитывать в глиф, когда надо это кнопку вверх нажимать. Да нет.
На деске-то откуда? Тут не жрет шампанское. А вот сейчас, погоди. Да что ж такое-то? Ну да, типа мини-босса. Ёбаный ветер, блядь. Не знаю, конечно, могу на нее хуй забить. Магия-то вроде ебаная. Ни о чем. Если бы тут что-то не въебенное было, я бы еще мог понять. Типа траллинг такой. Блять. Чё, разогнать, чтобы она это... С краешку прям оказался. Она пока волосню поднимет, уже полпути проедет, блин. Не, под одежду это платье. Я ничего не могу поделать.
Ох, не знаю, не знаю. Есть ли смысл сейчас тут торчать? Буквально вот миллиметра не хватает, чтобы втянуть эту хуйню. Тазы, блять, разобью. Так. Сенсация мужика улетела. Йети ебаная. Пока в этой локе больше делать нечего, так что уходим отсюда. Заебал со своими спорами. Медуза поганая. Так, ладно, тут сохранюсь.
На сегодня, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели. До 11 часов будет годовар. Всем удачи, всем пока.